что ты пасешь, нет? А где пасете? Около подсобного? Тут товарищи какие-то вроде приехали на охрану. УАЗик и Нива красная. Сейчас мимо Молдаванского едут. Ну они меня-то сейчас видят, я в огороде стою. Нива, короче, сначала была красная. Ну вот как он в сторону свалки сейчас едет. Блять, номера не видно на УАЗике и Нива. Какие-то доски наложены. Донкрат здоровый у нее. Запаска. Едут в сторону свалки. Сейчас лес объезжают первый. Друг за дружкой. Так если потом вечером после работы, они поди сейчас на охране где-то встанут. Я работаю, но мне через 40 минут на работу уж. Короче, сейчас выезжают к кладбищу, они едут. На высокий подъем сюда, напротив кладбища будут подниматься. Что номера я не вижу, но по полной машине получаться в них народу много выходило на грейдере. Нива, так там тоже битком вроде, там все пятером, наверное, сидят. Вот подниматься на грейдер он. Так, и налево заворачивает. Остановился, сейчас Нива подниматься. Ага, и вот сзади Нива за ним едет. Нива вся в грязи, короче, вот особенно сейчас левая сторона. Вот сейчас Нива его догонять будет. Что-то она... Нет, поехала. Да-да-да. Да фиг знает, не знаю. Видишь, она проезжает, ей пофигу. Да, Ворон, что скажешь? Хорош? Хорош. В навигаторе себе пометь здесь, где он живет. То меня приведешь. О, комары летают. Прикольно. На завтра снег обещают. Сегодня комары. Не успел заснять, на поле ходил. Рога вроде три отростка. А высоченные вообще. Ветер прям на него. И он почуял, убежал. Хуя. А вот ворон у меня. Привязаться-то я успел. Но заснять мы не успели. В общем, вот так вот. Трофеев много. Орехи. Вкусные. И это. Чё я начал-то? А, трофеев много. Да, Ворон, запутался. И мы что-то так подумали. Около 10 штук-то мы, наверное, того. Что, Ворон, скажешь? Нет? Мало или много? В общем, с Вороном надо еще беседовать. Но есть вообще хорошие козлики, мне прямо нравятся. Этого опять встретил я, кстати, с четырьмя отростками. Вот он, козлик.
подъехали, мы метров на 30, то тут сейчас за ветром, когда ехали, ветер вообще сильный был. И я к нему прям так напрямую, в общем, шел. Коня вел. Надо было привязать куда-то, но не стал я рисковать разворачиваться, уезжать. Вижу, что козел, рога большие. Интересно было глянуть, он не он. Оказалось, он. Ну все. Всем пока. Поставил я фотоловушку, в общем-то.